Экономика, бизнес, финансы. Программа «Эхономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области растет темп промышленного производства. Объем отгруженных товаров по основным видам обрабатывающих производств вырос за год почти на 2,5 миллиарда. Наибольший рост в два раза в производстве лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях. Производство металлических изделий выросло на 40%, одежды на 18%, пищевых продуктов и мебели на 7%, продукции химической промышленности на 6%, пластмассовых изделий на 4%, а бумаги на 3%. По словам губернатора Игоря Васильева, в 2020 году по индексу промпроизводства наш регион занял 5-е место в ПФО. Промышленники отгрузили продукции на сумму более 250 миллиардов рублей. Программа «Экономика». Более 500 миллионов получит Киров на дороги в новых микрорайонах. Средства выделят в рамках программы «Жилье и городская среда». На эти средства будет построено несколько дорог. Так появятся новые участки улиц капитана Дорофеева, Анжелия Михеева и капитана Плетнева в Урванцево. Дорога в жилом комплексе «Знак» также реконструирует улицу Рудницкого в микрорайоне «Южный». Работы продолжатся до 2023 года. Экономика на 101 FM. Расчетно-консультационный центр больше не будет рассылать платежки за отопление. Теперь счета за отопление и горячую воду кировчане будут получать от «Энергосбыт-плюс». Новые квитанции должны прийти в апреле. В компании отмечают, что у тех, кто раньше получал платежки от РКЦ, в квитанциях будет указан новый номер лицевого счета. Именно его нужно будет использовать для расчетов с «Энергосбыт-плюс». Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 74 рубля и 4 копейки, евро 87,96. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.